Витископ. В этой команде легко играть, потому что очень хорошие девочки нас очень поддерживают тебя. На самом деле это настоящая команда, потому что играя на площадке, мы один друг за друга помогаем, у кого-то что-то не получается, поддерживаем. Это очень помогает тебе в играх и не только. Как бы у нас взаимопонимание полнейшее, каждый знает свои обязанности, свою роль на площадке. Хочется очень, чтобы эта команда и сохранилась к следующему году, к Евробаскету. Ну, для меня Евробаскет значит многое. Я хочу поехать как бы к следующему году, если все сложится хорошо, все будет нормально, не будет никаких травм. Хочется поехать, поиграть более достойными соперниками, посмотреть вообще на себя, насколько ты подготовлен, правильно ли ты работаешь, в правильном ли ты направлении движешься, развиваешься. Проверить вообще себя очень хочется, поиграть и показать результат. Естественно, мы привыкли, что в нашей команде есть старшие, опытные, которые всегда в каких-то сложных ситуациях тянули на себя, помогали, подсказывали. Это было всегда. Каждый год это было всегда. Мы привыкли к этому. В этом году поменялось, причем кардинально. Ну, не стало основных игроков, которые были в сборной всю жизнь ихнюю. Сначала было как-то непривычно, потом привыкли, поняли, что нам нужно играть, доказывать, показывать свою лучшую игру. Самую большую уверенность это дал тренер, тебе понять, что он уверен в тебе. Это самый большой плюс. Плюс девочки в команде поддерживают, это тоже дает уверенность в себе. Витископ. Спортивное видео.